Баланс, сила, гибкость, темп. Четыре кита-акробатики. А еще стойкость характера и воля к победе. И даже когда результат достигнут, тренировки не прекращают. Виктория Аксенова и Кирилл Старцев – призеры вторых Европейских игр. Спортсмены обошли представителей семи стран. По две тренировки в день, с понедельника по субботу. Суббота одна. Я маленькая пришла в зал, в общем-то, ничего не умела, но за эти 11 лет меня научили многому, что в курганской школе, что здесь, в школе. Только наши акробаты безукоризненно выполнили на соревнованиях тройное сальто. Золотая медаль по многоборью и в динамических упражнениях. И лишь в балансовых соревнованиях Виктория и Кирилл уступили белорусам, взяли серебро. Ребята не расстраиваются, говорят, есть к чему стремиться. Поздравляю. Спасибо большое за результат. Медалистов и их наставников Риваза и Теймураза Гургенидзе, Ларису Тавардкеладзе поздравить с победой приехал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он отметил, что спортивная школа в старом городке – арена мирового уровня. Обсудили те проблемы, которые есть в материально-техническом оснащении школы. Да, действительно, надо заниматься и зданием, и помогать школе создавать таких прославленных спортсменов. Большое количество детей разного вида спорта, около 700 детишек занимаются. Для себя наметили план первоочередных мероприятий и на ближайшие несколько лет, потому что для таких именитых спортсменов уже нужны совершенно другие условия. Спортивный зал школы в старом городке никогда не пустует. Дети из военных городков округа и даже из других регионов России приезжают сюда, чтобы учиться у именитых спортсменов. Теперь ребята готовятся к Кубку Золотого и к первому этапу Кубка мира в Португалии. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».